Всем привет, друзья мои! Сегодня продолжаю эксперимент с гравером. Этот раз попробуем все-таки вырезать настоящую печать. Эскиз вы видите сейчас на экране. А что получится, сейчас посмотрим. Мощность прожига, естественно, ставим на максимум и жмем старт. А вот прошло два прохода, я сделал. Видим рисунок, отпечаток. Старался очень аккуратно кисточкой сметать, чтобы не сбить заготовку. Но я вижу, что надо, наверное, проходить еще. Еще три прохода я сделал после прочистки. После прочистки вот такая картина у меня получается, даже на свет. Скажем так, я пальцем ощущаю, то есть есть выпуклость, рифление есть, но не то, что хотелось бы. Я смотрю, резина внутри какая-то пористая, то есть может быть это еще мешает. И если нижнюю надпись я уже понимаю, что там написано, то верхнюю нет. А вот результат. Резина, я ее прям даже трогаю, она внутри какая-то вот такая резиновая. Не знаю, попробовал еще раз, промыл, но получается, по-моему, полная хрень. Штамп разрушается. И пока оснастка у меня клеится, я решил все-таки еще попробовать. Нашел кусок вот такой белой резины. Я не знаю, что от чего, но я понял, что надо пробовать на разных резинах. На срезе вроде бы все здесь очень плотненько. Сейчас я заштрихую это маркером и попробуем. Запасемся терпением и несколько проходов теперь по белой резине. Это уже второй проход. Мы видим четко первый отпечаток темный, второй уже начинает прожигаться до белой резины. Так, ну что, я попробую, что же получилось у нас с вот этим штампом, с печатью. Вот такой оттиск. Потуже. Но что-то с трудом можно прочитать. Я вижу, как и говорил, только вижу нижнюю надпись, что-то тут про YouTube. В общем, если постараться, я думаю, все-таки надо подобрать резину. Так, тут даже уже что-то получше. Оттиск. Но верхние буквы все равно не читаются. То есть, если постараться подобрать резину, то, в принципе, можно какую-то печать, ну, такую кустарную себе изготовить. Второй проход завершен. Сейчас сметем, продуем. Вот такой результат. Видно, что есть рифление, но видно, что опять-таки резина какая-то пористая внутри. Все-таки я еще один проход сделаю. В итоге я сделал на оснастке вот такую печать. Вроде бы так вот все видно хорошо. Не будем томить. Проверяем. Плохо смочилось. Ага. Так, что я хочу сказать. Какие-то оттиски мы видим, и довольно-таки неплохо. Да, что-то получается. Вот такой результат удается достичь. И что я хочу сказать. Значит, надо подбирать резину. Вполне возможно делать печати такие несложные. Штампы, да, возможно, я уже снимал видео. Слишком мелкие элементы, конечно же, все это очень плохо проходит. Но в целом результат, можно сказать, на четверочку. Может быть, у вас есть какие-то свои идеи или дополнения, пишите их в комментариях. Ну, на этом все. Я думаю, эксперимент закончен. В принципе, он довольно-таки положительно завершен. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. И до новых встреч. Пока.